Ассаламу алейкум, дорогие друзья. Hyundai Palisade, 20-й год. Декабрь месяц, 19-й год, декабрь месяц. По год выпуска. То, что выпускали, выпустили завод. А в продаже была в 20-м году, октябрь месяц. Там все в документах. Полный круговой камера, 20-й радиус. Повторитель поворотник, все как положено. Трехкомпонентный цвет. Парктроники здесь, два люк, камера, бесключевой доступ, вон, пожалуйста, черный кожаный сиденье со всеми удобствами, заднее сиденье, пожалуйста, шторики есть, раз, все аккуратно, один люк, второй люк, пожалуйста, садишься и как положено, сиденье в хорошем состоянии, просто супер, ничего не надо делать. Так, где у нас? О, пожалуйста. Все электрический. Можно ложиться. Вообще без проблем. Задняя камера. Электрический багажник. Вот она сама закрывается. Все как положено. Нигде ничего не царапано. Полностью в родной краске. Вон, пожалуйста, сверху. Так, садимся и заводим. Машина пушка. Так, закрываем. Люк закрываем. Братано! Hyundai Palisade. Джеран, дядя, джеран. И джеран, ами, мардакой, ами. Широй нар факат газован микна. Друзья, что я вам хочу сказать. Hyundai Palisade 2.2 дизель. Полный привод. Здесь есть все. Люк, круговой камера, память сидений, электропакет, электролюк, мультируль, датчик удержания в полос, датчик слепы из зоны, 7 положений в езде, зарядка телефон. Короче, здесь все есть. Самая максимальная комплектация. Пожалуйста. Что здесь можно? Показываю вам, пожалуйста. Раз, включаем заднюю камеру. Вот вам показываю зеркала. Складываются. Зеркала складываются. Точно так же здесь показывают. Вот вам. Раз, включил. Вращается, видно все. Задний видеорегистратор есть. Что сзади, что спереди. Вот вам, пожалуйста, для телефона. Беспроводная зарядка. USB. Вентиляция сидений трех положений. Точно так же обогрев. Обогрев рулей. Что с этой стороны, что с другой стороны. Здесь регулируется, что отсюда, что с той стороны. Черный кожаный салон. 106 тысяч пробег. Вот вам, включая левый поворот. Левый поворот, вам левый поворот. Включая поворот правый, вот вам правый поворот. Вот вам получается проекция впереди. Видно, он, не знаю, но видно, не видно. Проекция есть. Здесь хорошая музыка, акустика, вообще бомба. Я ездил на этой машине, два комплекта ключей, 20-й год. Машина прошла не так много, 100 тысяч всего лишь пробег. Для этих машин это вообще ничего. Ездил я лично с Владивостока до Екатеринбурга второй раз, а первый раз я ездил на этой машине до Москвы. Перегонял лично сам, она ведет себя очень достойно. Вообще никаких проблем нет. Второй раз, когда ездил, буквально неделю назад, минус 40 градусов, я проезжал всю там Дальний Восток вообще без проблем. Заправлял хорошую заправку, ну, на любой заправку заезжал и заправлял солярку. Вообще никаких проблем, нигде она нам не стояла, ничего не укрывал, решетки радиатора тоже не закрывал. Как есть, вот, завел, зимнюю резину одел и дальше поехал. Масло поменял и поехал. До Екатеринбурга. Человек доволен, ездит, катается, вообще проблем нет. Точно такая же машина, только в черном цвете будет. А этот цвет белый цвет. Хотите белый цвет? Пожалуйста. Нравится? WhatsApp плюс 7-929-502-29-41. Фотографии на этой машине будут в телеграм-канале.
А ссылка в телеграм-канале будет закреплена в комментариях. Заходите, подписывайтесь, дорогие друзья. Вам не трудно. Подпишитесь, ставьте лайк, поделитесь своим друзьям. Мне будет приятно. А я вас со своей стороны, пожалуйста, одни джиранчики буду снимать в разных роликах. И все. Видите, там машина подъезжает, говорит, что подожди, машина там. Включаем поворотник левый, и вот там машина. Видите, он стоит, делает. Показывает, что не надо выезжать, машина. Вот он стоит, машина. Хонобот, большим бардаре, азиз, лайк, вязанин, до скорей, фермуш.